идет война. Конечно, ситуация здесь одна из сложных. Почему мы сегодня здесь находимся, граждане Республики Абхазии? Это с целью того, чтобы здесь царил на сегодняшний день мир, чтобы здесь было спокойствие. Это рука помощи между нами и соседями. Аяира! Мы посчитали правильным приехать, значит, сюда, встать в ряды донецких вооруженных сил. Есть такое подразделение, называется «Пятнашкой». Вот в данный момент мы, значит, в этом подразделении находимся, держим обороны. 15 числа был такой случай, когда на наш пост напали украинские военные, после чего завязалась перестрелка, и один из наших бойцов погиб в этой перестрелке. Его звали Рябинин Артем, позывной «Шах». Мои родные. Да, с Бог встретимся. Если пришли видео, значит встретились. Начинается атака. Это мой прикрывающий, мы друг друга с ним. Работаем. Шах. Шах позывной. Был замечательным человеком, прекрасным братом, другом, по оружию. Все, конечно, скорбим. Сегодня у нас прощание. Здесь у нас на базе будем прощаться с ним. Последнее, что он сказал перед смертью, это то, что просьба его была такова, что повезите меня в Абхазию, развейте мой прах на Черном море в Республике Абхазии. Отсюда мы. Держите, вот туда один смотрим, другой вот дальний окоп отсюда смотрим.